Бельмо на глазу или новая городская достопримечательность. Контейнерная площадка на обочине дороги на улице Шошина уже больше месяца является головной болью жителей близлежащих домов. Людей можно понять, кому охота жить с видом на куче мусора. Но есть и другие причины неприятия людьми этой детали городского пейзажа. Эта помойка упирается прямо в мои окна. Я живу на первом этаже. 5 часов вывозят мусор, постоянно будят. Бумаги от этого летят прямо всем в нашу сторону. Постоянно здесь находятся люди, бомжи будем называть их, которые здесь роются. И мусор тоже разлетается во все стороны. Подъезжают машины и выгружают все, что угодно, поскольку площадка находится на дороге практически, ну, около дороги. Любая машина может заехать и выгрузить любой мусор в эту контейнерную площадку. А началось все еще в январе. Тогда на прежней контейнерной площадке, расположенной между домами во дворе, появился замок. Жильцы 15-го дома вместе с управляющей компанией просто присвоили ее, закрыв от соседей по двору. Контейнерная площадка, которой изначально пользовались 30 лет, была закрыта на ключ. И под свой контроль захватил ее жители 15-го дома. 9 января было отнесено заявление в администрацию с просьбой разъяснить ситуацию, на каком основании была закрыта эта контейнерная площадка и что такое произошло, куда мы должны, жильцы наших домов, носить этот мусор. На что управляющая компания сказала, что мы отношения к этому не имеем. Это была полностью инициатива жителей 15-го дома. И ваша контейнерная площадка находится у Шошина 19, что вообще противоречит всем нормам Санпина. Спустя какое-то время контейнерная площадка для 4-го и 6-го домов появилась на том самом месте, на обочине Сарментовой, и встречает теперь многочисленных туристов по дороге в один из крупнейших торговых центров. Вот уж действительно лицо города, ничего не скажешь. Больше полугода инициативные жильцы бьют во все колокола. Пока безрезультатно. Недовольство людей растет пропорционально стопе отписок. Компромисс с жильцами их управляющая компания «Талка», которой они исправно платят каждый месяц, искать не хочет. Тот дом 15-й собирает денег больше. Естественно, им выгоднее содержать его. И был такой разговор, что жители 15-го дома сказали, что если вы позволите 6-му дому, там, 2-му, 4-му, по Сарментовой, пользоваться нашей контейнерной площадкой, мы просто-напросто от вас уйдем. Мы обратились за комментарием в городское управление ЖКХ. Выяснилось, что в расположении помойки проблемы не видят, но кое-какие меры все же будут приняты в ближайшее время. Данное место согласовано с администрацией города Иваново, на него есть положительное заключение Роспотребнадзора. Единственный момент, значит, контейнерная площадка геометрически расположена к дороге по улице Шошина, это неправильно. То есть по схеме, согласованной с администрацией города и Роспотребнадзором, она должна находиться под углом 90 градусов к этой улице. В самое ближайшее время мы взаимодействуем с управляющей компанией для того, чтобы они развернули эту контейнерную площадку как положено. Вот только проблему мусора, разлетающегося по округе, бездомных, роющихся в баках и паломничества сюда жителей частного сектора с мешками для мусора, это не решит, как и не улучшит внешний облик улицы. А вот вопрос законности оккупации мусорных контейнеров во дворе наш телеканал адресует прокуратуре Советского района. Просим считать этот сюжет официальным обращением в надзорный орган. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.